Вы за собой закрыли дверь, я не помню. Да, да, я закрыл. Тараш! Здрасте, здрасте. Сегодня самый этот доброжелательный выпуск. Да, давайте сегодня не будем матюкаться. Постараемся. Попробуем не материться? Ну, по чуть-чуть. Флеш, давай за наказание, если жестко заматерился. Нахуйня эти наказания ваши. А чё? Да? Давай щелбан. Щелбан. За мат. Почему? Почему? Давай, давай. По головке. Высокоинтеллектуальная давайте. Беседа не получится. Фофан тогда давайте. Вот лося, такой. Может лося, да. Вот такой. Не, фофан больно. Не, фофан больно. Я знаю. Лося. Ну, чтоб звучи. Не, ну, блин, шелба тоже больно. Ну, давайте, три штуки, если прилетит. Угу. А только чё? Давайте, если, короче, Серега ставит, он ставит только тебя. Нет, всем ставлю. Отлично. Вы сами предложили, пацаны. Я вообще давайте, не... если в орге участвовать, то как будто бы тебя. Я вообще ни слова, пацаны. Не говорил наказание, там, туда-сюда. Погнали. Давайте попробуем без матов. Все, рыба-карась, игра началась. Всем здравствуйте, друзья. Это добрый вечер. Это подкаст без матов. Здравствуйте. У тебя что, нет знакомого парикмахера, братан? Есть один. И он сейчас в студии! Ну, вот у тебя же, братан, сейчас самоизоляция, нельзя стричь же. Я понимаю. Ты же не работаешь. Ты видел это? Я знаю, знаю. Ты же никого не стрижешь на дому? Нет. Нет, конечно. Господин Морф тоже обрастает. Морф. Морфиус. Вы знаете, я вот недавно или сегодня вроде шел и думал, вот, господин, да, почему я должен, во-первых, говорить господин, да, во-вторых, называть его на вы, в-третьих, отчество, да, почему я могу сказать Александр, давайте-ка какие-нибудь, ну, типа... Уже на вы сказал. Давай-ка. А давай-ка. Давай-ка. Шуриш, ты чё, давай-ка соберемся, что-нибудь сделаем для жителей, а не вот это вот. Парикмахеру, которого я стригусь с 18 лет. Прикиньте, сколько парикмахеру лет. Не, очень много людей просто возмутилось по этой фотографии. Короче, прежде чем мы начнем обсуждать... Расскажите это, сначала, я даже не знаю. Это, короче, Давид. Это наш друг. Давид, превьюшка от меня для тебя, родной. Давид мужчиган. В детстве упал в чан с бигузями и понтами. Моет мужчинам головы за деньги. Родители очень хотели, чтобы он был успешным, поэтому на всякий случай дали ему еврейское имя. Играл в высшей лиге КВН. А? Чё, глухой что ли? Повторяю, играл в высшей лиге КВН. А? Б. Продолжаем. Спасибо, роднулька. Поехал. Тут эффект будет, да? Да, да. Все, короче, народ возмутился по поводу... Ну, комментарии читали? Ты читал, Сергей? Нет, не успел. Значит, не возмутился. Ситуацию саму. Губернатор. Наш. Да, выложил просто фотографию про то, что он полтора месяца не ходил к парикмахеру, потому что здоровье важнее. Типа, вот такая вот. Мне интересно, вот женщина, которая сзади него стоит, ну, которая вот это... Суфлер. Тиктоник танцует? Тиктокер. Тиктокер. Она, типа, что, почему ей можно рядышком находиться? Полтора метра, братан, полтора метра, там больше двух метров, как бы можно. На видео? Мы даже сидим на полтора метра. Почему она без перчаток? Да вообще, в принципе, почему, типа, люди, с которыми ему можно работать, да, например, они можно, а парикмахеру нельзя? Что это за разделение людей? Это же расовая сегрегация, пацаны. Ох, какое слово. Знаете, что такое расовая? Давайте, да, зажуй мне в уши. Интересно, кто-нибудь из нас матерился сейчас? Нет, пока еще нет. Пока расовая сегрегация, пацаны, объясняю. Это когда, помните, в Америке, когда афроамериканцев щемили, когда, например, в кафешку нельзя заходить, кафешка только для белых, например, цветным нельзя. Color off, например. No. Вот это расовая сегрегация каких-то людей, с которыми работает Александр. Им можно к нему приходить, а парикмахеру, грубо говоря, нет. Зачем нам, например, некрасивый губернатор? Вы не задумывались? Нет, дело не в том, что... Ну, это чисто гипотетически, у нас очень красивый губернатор. Не в этом дело, дело в другом. То есть, по мне, так не хочется критиковать эту фотографию, но я думаю, что этот пост был неуместен. Это чистой воды показуха. А она хоть чуть-чуть, этот пост, она тут в твоем доме... Можно, здесь можно. Материться нельзя, но неграмотно можно. Андрус, я Джеймс. Она вот этот пост был похож хотя бы чуть-чуть на то, как я выгляжу? Нет, ты сейчас похож на собаку электронную. Не, на самом деле, вот он же запустил этот пост. Ну и что? Пошел челлендж. Народ типа прикололся и пошли. Братан, прикололись единицы. Во-первых, прикололись люди, которые каким-то образом связаны с властью.
например, это Харитонов. Я связан с властью. Кире. Но... Ну, он же человек из молодежной палаты или уже там... Это... Угу. Люди, которые связаны, уже палатки. Связаны с властью, они, собственно, поддержали этот челлендж. Но никто не поддержал челлендж, когда, власть. Типа, выплачиваете людям деньги из каких-то крупных наших политических деятелей, да? Дайте людям денег. Какой позитивный подкаст. Ну, конечно, позитивный. Обожаться. Обожаться можно. Потому что матов нет. Хорошо, смотрите, давайте вот возьмем вот этот пост и представьте, что если бы другой кто-то из знаменитостей, допустим, который при власти стоит, кто, ну, допустим, Берия, да? Угу. Берия выложил фотографию, да, где Берии 12, вот, он выкладывает эту фотографию, вот, с этими, кто, кого он там считает? Да. Кстати, у меня нет живых, да? Ну, к примеру, просто... Парикмахеру, у которого я стригусь с 18 лет, я уже не ходил полтора месяца, потому что полтора месяца назад мы его расстреляли! Вот, шуточка, понял? Да, примерно так. Мы же веселые. Кто еще? Ну, там понятно, он там... Ну, просто, например, почему политики молчат, губернаторы, выйдите и скажите, у нас не будет такой ситуации, как в Москве, у нас, типа, не будут чехлить людей, да, забирать бабушек, женщин из-за того, что они вышли без пропусков, что у нас не будет, например, пропускной системы введено, там, каких-то вещей, ну, успокаивающих людей, нет, там, почитайте все посты у Мора под этим, угу, в Инстаграме, все люди, у комментариев, все люди жалуются, что, типа, все жалуются, и ни одного ответа. Нам просто дают информацию, знают, и никакого ответа не дают. Они же сами не знают, что... Ну, а кто вы тогда, кто вы, зачем вы, что вы делаете просто здесь? Просто игра Тюмени? Такая. Ну, да, что за игра? Нет, отвечать надо, если, ну, в комментариях точно надо отвечать. Не отвечает никто. Потому что это же, ну, понятно, нам какая-нибудь собака, это... Или не вести, надо не вести, да, соцсети. Да. Чтобы... Людей за чертов просто ведут, ну, типа, держат просто, черт же, это не мат, не нормально, ну вот. Социальные. Просто нам кидают вот информацию, все, и никакого ответа, ничего. Вот сегодня, например, мусорам, сегодня прочитал новость, мусорам разрешат отцеплять здания в каких-то там ситуациях, вскрывать машины, если там понадобится. Ну это же может быть фейк. Я вот не... Братан, ну, везде, во всем новостям уже... По телевизору прям было. Кабмин, это. По телевизору тебе не скажут об этом. В Вести, Вести.ру, можно и официальным источником? Вести.ру? Вести.ру. Да, Вести.ру, да, да, много официальных. Russia Today. Все, которые, как сказать? Ну, в этой... Проститутские все издания, которые, собственно, под этим. Они сказали, вот так вот введено для того, чтобы нас защитить от преступников. А после чего это было введено? После, не напомните позавчера, после, что у нас произошло? Позавчера, где... Как там ты... Начни вот с притчи, типа, с мысли. Типа... Вот, короче, народное недовольство появляется, когда у людей, у народа, появляется очень много вопросов. И не мудрено, что первый митинг в наше время, вот сейчас, произошел в республике, в которой все говорят, в смысле? В смысле? Начались митинги, люди понимают, что волнение, хоп, Кабмин, бах, сразу, мусорам дает права, можно стрелять, можно в людей, можно стрелять, им хотят такую поправку нести, что можно стрелять в людей. При возникновении опасности, вы видели в мусорах сейчас кто? Мусора, Росгвардия, ну это тупые просто, тупоголовы в основном. Просто вот эти такие правила, которые вводят, это прикольно для электронной очереди. То есть такие установки, типа, и можно стрелять, и машина, типа, рассмотрела угрозу. А человек же, он же очень субъективен в этом плане. Да, конечно. То есть... Ему может все показаться, он начнет шмалять, и все. И потом тебе, ну ты мент, если тебя и уволят, и начнут судить, тебе задним числом это сначала уволят, скажут, это не, это он все, он просто украл пистолет. Мы с ним вообще... Ну, если бы доверие, было доверие, квалификация у этих людей, которые это дают, типа, то еще можно это рассказать. И у Росгвардии больше почти в два раза, чем сухопутных войск. Какое доверие? Их набирают просто с этого, как щенят бездомных просто набрали. Да. Короче, мы сейчас начали с такой темы, и Давид потихонечку ножками под столом болтает и уже уходит. Друзья, не мой твой эфир. Это не моя война, пацаны. Не, мы же, блин... Блин, да, блин, нормально. Ну, вообще-то острополитические ребята, остросоциальные. Да? Да. Это как... у нас в Инстаграме хихоньки-хахоньки. А в Ютубе, когда никто не смотрит, мы вообще можем говорить вообще многое. Кстати, это, кто смотрит, поддерживайте копейкой. На Патреоне я так не зарегался, потому что не знаю, как там, что-то не смог я. PayPal там надо, все такое. На карту скидывайте.
И мы там это можете написать какой-то комментарий, а мы потом вам спасибо в прямом эфире скажем. 100% отметим вас, напишем, что вы поддержали нас те-то спонсоры. Все, карта. Кстати, прикол внизу. В том, то, что я не смотрел ни одного вашего выпуска, пацаны. Да ничего, мы же просто часто в жизни общаемся. Ну да. Мы даже знаем, где ты живешь. Опа! Сука. История. Он с нами в КВН играл. Да. Потом уехал в Нефтекамск, там работал. Я дезист. Он сначала приехал с Нефтекамска поступить в университет. Я помню, мы играли в 2009 году, в декабре, первый мой вообще в жизни КВН, взрослый. Мы играли против их факультета. Он, короче, был в белой рубашке, в белых брюках, черные какие-то подтяжки и черные штаны. Короткостриженный он еще был. Максимальный хач. Ну вот, Давид из команды Кишинев. Есть у вас, да, своя максимальный хач. Да, вот я был таким. А сейчас ты итальянец. Ну, вот такой красивый. Короче, отучился, потом после образования ты поехал. Да прикинь, я поехал, поработал строителем. Я немножко контору свою в убыток загнал. Как? Но я расчетов чуть-чуть ошибся, математических. Я же, блин, не в стройке учился, я на юридическом был. И все. И мне директор сказал: Давид, 1,5 миллиона надо отрабатывать. А Пахан сказал: акт работы кто подписал? Я говорю: директор. Он говорит: все? Все. Все проблемы. В чем проблема? Я уехал. Я начал стричь. Я начал. Не, как? Побрейся, братан! Ну, это был тяжелый путь. Ну, жестко, нет, понятно. Как ты так полно 1,5 ляма? А я не знал это. Ну, условно, короче. Я тоже. Не знал ли? Ну, ты типа, ой, я решил заняться. А, да, я думал. Я решил заняться. Мои дорогие друзья, давно вас не видел. Я думал, у тебя история типа такая, что, ой, это работа вот постоянная, что-то как-то это все. Я думал, ты из наших, типа, все надоело, все хочется заниматься тем, чем нравится, а тут ты просто... Нет, братан, я же черный строительство. Я когда ушел, мне когда сказали 1,5 ляма, я думал в плюс. Там осталось в минус, короче, конкретно. А как так? Ну смотри, вот мы сейчас здесь же находимся. Условно, дом должен был быть здесь, а он через улицу оказался. А ты как, его просто построил через улицу? Да, случайно. Как бы координаты дал, и немножко мы вот так под расчеты. А узнали, когда уже крыши начали перекрывать. Но это было это было очень ужасно и страшно, пацаны. Это все равно, что прикинь, тебя типа снизу покороче, сверху подлиннее. А взяли наоборот. И вот так ты и ты заметил только в конце, когда голову помыли. Когда уже деньги заплатили. Да. Ну вот как-то так получилось. И тебе говорят, братан, смотрит такой, братан, 1,5 ляма, 1,5 тысячи надо отрабатывать. Ты такой... Блин, чем же мне еще заняться? Нет, это такой просто зря я все студенчество в КВН проиграл. Не, я же приехал. Опа, че? Да, матернулся? Айса! Все, добавил экшена, все. О, а че у меня не этот авиарежим? Звонят? Нет, почему-то уведомления из Инстаграма приходят. Так у тебя здесь Wi-Fi ловит? А, звоните, все равно не могу. Клепайте. Клепаем, пацаны. Экшен. И видно мою руку? Да. Туф. Так, дальше. Сейчас здесь будет писюн. Знаете, как надо, пацаны, короче? Оставлять. Просто катастрофически неприятно. Я соглашусь, я вообще. Я заплачу, если когда мне мат. Я матюкнусь и сразу я заплачу. Когда бьются, да, вот это я сразу плачу. Ты же нас научил еще считать. Так вот так делайте. Оставлять надо. Ну, с домом размот, конечно, вообще. С домом? Да, с домом вообще. Ну, это да, это прикольно. И потом ты уехал? Но об этом никто не знает. А, да? И узнает максимум 150 человек. Нет, мы вкинем рекламу. Влад А4 попросим, да. 1,5 миллиона. Да, да. Потратим на рекламу. Я даже знаю, у кого мы их возьмем. Все жители этого дома, которые построены не в том месте. Ну, они счастливы, они стопудово. Ну, на халяву дом, братан, для переселенцев был. Такие, блин. Для откуда переселенцы? Ну, там поселок небольшого из нашего города есть, там кабаки, ну, старые дома, Ливия, уже ломались, и все, и мы для них на халяву. Кабаки? Кабаки, да. А как называется? Не кабаки, а... Бараки, да. Кабаки. Кабаки, ну, блин, пацаны, можно. Ай, домой не пойду я тут, останусь. Кабаки. И все, ты, получается, какое-то время же там еще жил? А это сколько после ты... вот этого? Нет, я через 2 недели приехал. Сразу? Сразу, сходу, конечно, сразу. Сразу, сходу, через 2 недели.
Ну, я отработал 2 недели, я же госработником был. А, это государственное? Это госучреждение МУП. А, да, государственная контора себя что возьмет? Ну, типа, возьмет, все, по идее, да, все может будет. Все взять. И что, приехал, ты же не сразу такой... Да. Начну. Или сразу. Не, я же на свадьбе у тебя же как раз. А, ты приехал. Приехал, да, типа сюрприз такой гениальный. Да, да, офигенно. Я помню, да. Да, приехал на свадьбу, что-то с Саидом, с вами пообщались. Это не сюрприз, это понт. Понт был, да. Я еще тогда похудел, таким красивым был тогда еще. И все. Ты же и с Саидом, типа, давай стриги, а я такой, бля, я же. Пацаны, учитесь. У меня именно так на носу форшмак, ты видишь, еще здесь. Ничего, будет сейчас у тебя красное появится, будет отвлекать. Мы для тебя стараемся, брат. Чисто, чистой воды косметология. Так, и что? Ну, первое время я был, знаешь, вот как содержанка у Саида, у кореша друга, потому что я приехал без бабок, я только учился стричь, и такой, Саид, у меня свидание, дай денежку. Такой, на, Саид, дай денежку. И вот первое время... Три месяца вот так я ходил, угу. Потом кое-как получилось, и сейчас... Это я... в чоп-чоп устроился? Ну, типа того, да. Обучение да. Сначала. Ну, в чоп-чопе обучался. Потом с перспективы, работал. Что ты останешься. Ну да, я как бы держал свое слово, 2 месяца поработал. А потом что-то все закружилось, завертелось, все ушли. И новое колесо обозрения. И тебе, братан, салам алейкум, где ты... И это я открываю, короче, барбершоп, там, в планах там возле тюрьмы открыть, но там пока поменьше откроем на самом площади. Увидел, там почти в центре. И это щоп-щоп кидай, братан. Не то. И вот теперь я Дава Барбер. Дава Барбер. Я так рад, пацаны, что реально сейчас ушел оттуда. Мои седых волос стало меньше. Откуда? Ираков. Ну, со строительного... С госработы. Да, вообще госработа это такая хрень, чтобы подписать одну бумажку. Я даже что, когда увольнялся, чтобы подписать одну бумажку. Вот помните, в универе ходили, мы подписывали обходной лист. И там по порядку надо, понял? Я не могу прийти тебе как безопаснику, а потом к тебе... Пока ты не подпишешь, безопаснику... Да, понятно. Я 2 недели вот так ходил, подписывал. Нет, это во флежуйство чистой воды вообще. Ну, это было раз так. Представляете, сколько вообще непонятных чиновников, непонятных людей, непонятных... Не, ну все равно эта система выстроена. То есть, по сути, там есть офигенная логика во всех этих пунктах, но... учитывая того, как все работают, то есть... Ну, по большей части, типа, знаешь, почему? Вот, допустим, есть зав. Склад, там, возможно, я этой конторе из склада что-то взял и не вернул. Угу. И вот таких мелких подпунктов, да, очень много, и чтобы подписать, как бы, ты понимаешь, что ты чист, но в любом случае ты должен... Сколько в обходном листе этих? 9 подписей. 9 подписей. Невозможно вот людьми, которые работают в госструктурах, ну они как бы в 99% ну, вообще случаев, они не обладают гиперинтеллектом. Невозможно выстроить систему такую, что вот так прям по порядку 9 человек, что типа к 9-му ты не подойдешь, там, если это, может быть, 1, ну максимум 2 человека, которые будут в конце списка, которые все это проверят, а всех остальных 100% можно вообще в любом порядке закрывать. Очень много работает умных людей в таких учреждениях, но они ничего не могут делать, потому что у них есть такое понятие, как ипотека и кредит, и они просто... Все. Но зато сейчас эти ребята, которые там работают, они во время вот этого всего... Я пискал. Да. Во время всего этого... Пандемия. Пандемия. Они зарплату свою 100% получали. А полезны ли они обществу, братан? Работа? Наша, что? Что, ну, типа, работа? Это эти, для общества они полезны делом занимаются? Ну, строят дома для людей. Все там строят дома? Или кто сидит там в штабе, например? Они нет, полезным там, делом занимаются? Ну, смотри, вот если бы я был бы директор вот той же конторы... Сколько человек? Отвечаю, вот у нас база, ну, конторские именно, человек 50 было. Да. Вот была бы моя воля, да, либо власть директора, я бы сократил половину, 100%, ну, вот 100%. Вот из этой половины бы сократил еще 70% старичков убрал бы, потому что, когда я пришел новый такой молодой, амбициозный человек работать, все мои идеи, все, что я предлагал, даже в плане развития, хоть я геодезистом был, как-то по-другому развивать, меня жестко гасили, что в плане пацан, поработать, спокойно, сколько мы работали, а потом... Вот это ты еще ничего не знаешь, больше всего меня
взбесило то, что когда через год я пришел к директору, говорю, как его звали? Зовут? Не помню, не в общем. Суть, не суть, окей. Лысый. Усатый лысый, я его ненавижу до сих пор. Все, говорю, ну вы же довольны, как я работаю? Год прошел, такой, да, дайте повышение. Знаете, что он сказал мне? В этой конторе ты никогда не получишь повышение. Вот ты геодезист, все, это твой пик карьеры в этой конторе. Я такой думаю, ну как ты меня молодого вообще мотивируешь, чтобы я дальше работал? Я после этого так жестко разозлился. Я вам дом сейчас на другую улицу. Ну через неделю. Я через три года. Ты сейчас у меня узнаешь, что такое геолокация. Ну вот это было стрёмно. Я понял, что в таком коллективе взрослым ловить вообще нечего. Потому что вместе с ними немножко... Твой путинизм растет жестко, да. Вообще жестко растет. Соловьев тогда для меня был вообще красавчик. У меня пахан всегда говорил, Жириновский говно, но Соловьев красавчик. Я говорю, почему? Он армян любит. Да, он жестко любит армян. Ну вот ты к тому, что ты говоришь, деньги, типа, сейчас зато деньги. Это приоритеты, типа, ну, просто зарабатывать бабки или, типа, быть полезным обществу. Полезным, не знаю, честным. Полезность, она какому обществу? Ну, к примеру. Ну, не обществу, людям. Кому-то из людей точечно. Ты же можешь помогать. Ты тут элементарно, в чем мне не помогать, если, допустим, я хочу в первую очередь себе помочь, типа выстроить карьерный рост свой. А ты говорят, нет. Ну, ты же уволился с университета. Да, я уволился. Вот и все. Да, зачем? Я как раз хотел сказать. Не надо их оправдывать, а люди занимаются абсолютно. Ну, может быть, с их стороны кажется это правильно, с моей стороны, мне кажется, это неправильно. Про лишнее дело в госучреждениях, потому что во многих структурах я предполагаю, не точная информация, но многие отделы делаются под человека. Да. То есть есть какая-то там кумовство обычное, да, там, допустим, вот ты Кент усатого лысого оказался, ты говоришь, братишка, мне нужен типа повышение. Он такой, так. Отдел какой... париков. Отдел, да. Отдел переноса домов на соседние улицы. Все, вот тебе отдел, вот три человека и переводят. Проверки чего-нибудь элементарно вообще. Вот новый отдел заводишь и проверяешь. Вот оттуда отдел по подготовке к конкурсу двойников Александра Розенбаума, например. О, пацаны. Лысый усатый. Вы бы видели, какие были корпоративы. Там 8 марта, 23 февраля. Вы бы видели вот это. Сегодня праздник, 8 марта. Вот я сейчас открыл, у тебя как будто свет даже в руках появился. Я такой думаю, блин, господи, куда я попал? И все таки... Наш директор читает. Ну это вообще редкость. А вы видели, а вы знаете прикол, когда мне в конторе директор жестко люлей вставил? Ну-ка. Короче, рассказывал. Была пятница. Все, я уже настроился, что мы после работы там молодой проектировщик был. Мы думали, поедем кайфовать, да, сразу пятница в клуб. Сегодня пятница, все, кафе, думаю, сейчас увезут на Deep House. В кафешку, а потом дальше двигаться. И я время... Нефтекамский там прям после кафешки есть. Есть, конечно, есть. Все, я время 4 вечера, мы работаем до 5. Переоделся, надел свои красные штаны, понял, рубашку белую, туфельки. Время 4:30, звонит главный инженер, говорит, поднимайся ко мне. Поднимаюсь, он говорит, срочно надо ехать на мост, взять замер определенный, там мост роли очень важный типа объект. Я говорю, ну, может на понедельник, время 4:30, пока я доеду, будет 5, пока я приеду, будет 7. До 6 мы работаем. Он такой, не, ничего не знаю, бери проектировщика, езжайте. В общем, с молодым проектировщиком приезжаем, я не переодеваюсь, соответственно, в красных штанах, в рубашке, без каски, в туфлях приезжаем. Все, замеры все свои взяли, туда-сюда. Это пятница, суббота, в обед сижу, кушаю дома. Избалованного уже, да? Да. Успелся нормально там, в кафешке подвигались? Да, потому да. Потому что красный свет дороги да, нет. Да. Сижу, кушаю, а там ТНТ Нефтекамск, новости, кушаю и такой... Работают не за страх, а за совесть. Причем без страховок и касок. Из инженерного состава, контролирующих столь серьезный ремонт, два молодых человека. Они что-то измеряют линейкой под мостом. Видимо, для верности подсчетов. Измерили и тут же исчезли. Контролировать рабочий процесс остался лишь один из председателей садоводческих товариществ. Ну все, в понедельник, походу, меня штрафуют. И парнишка звонит, говорит, братан, видел, нас показали. Он счастливый, говорю, а что ты радуешься? Ну прикольно, нас показали по телеку. Говорю, ну, понедельник нас по-любому. А он тоже был одет? А он, да, тоже в рубашке такой. Ну не так ярко, как я, понял. Но это была вообще дичь редкостная. И все, директор в понедельник
без 10:08 звонит, говорит, поднимайтесь ко мне вдвоем. Мы приезжаем, а тут материться можно? Вот как я могу просто процитировать. Говорит, вы два долбоеба вообще охуели. Что? Мы такие, а в чем претензия была? Ну, типа, каска, это жесткий штраф. Да. Это без каски ты не имеешь права появляться, потому ну, что. Ну, каска, ладно. Да. В штаны его, типа. Нельзя появляться на объекте, типа, в своем повседневке, в своей повседневке. Есть вот геодезист, есть определенная ну, одежда, в которую ты должен приходить в любом случае. Это как бы понятное дело. Почему? Вот я ну, не понимаю. Вот ну, то же самое, если бы гаишники, братан, стояли бы вот так бы, типа. Ну, гаишник, у него, типа, есть форма обязательно. Это закон, братан. А нету в законе, типа, гаишник, если, ну, или какой-то мент, если он будет в каких-то без опознавательных знаков, без формы, это он будет не при исполнении, ему можно дать в табло, например. Организации, в которой он работал. Ну, там, да, вот написано. Было... Нет, работа просто по... претензия по телевизору, то, что вот, пришли, вот, мы им доверяем. Типа, да, деньги. Непонятно кто, два молодых пацана пришли, и там показали так, что вот ни один рабочий не был в каске, ага. Ни один рабочий не был привязан, там же мост, это же опасный объект. И вот это все дерьмо вылилось наружу, а там у нас в городе есть один такой господин Мавлиев, он просто... Вот этот директор мой, он один год стал мэром города, но он не вывез этого господина Мавлиева. Мавлиев его всяческим путем как бы вытеснул. Он такой, ну все, салам алейкум, и ушел обратно быть, ну, в контору эту. Прикинскому комплексу. И вот, да, и вот ТНТ Нефтекамск, это его канал. И он он, да, заправляет всем этим. Как бы там уже... Тут точности, как Нефтегазский. Да? Так, да вот это жесткая так. Тема, вообще жесткая. По поводу вот этих форм, ну, по поводу история всех. История бомба вообще. Ну да, да. Я потом видос штрафовал. Есть даже видос, покажу, да. Штрафовали? Да, ставим, я 3 месяца без премии сидел, ты чё? А премия сколько, много? 20-ка. 20 тысяч премия. А в связи с чем, почему 3 месяца? Ну, ты так он решил. Ну, да. Ну, как бы, благо, в оправдании его, к Новому году он все мне выплатил, типа, ладно, ты молодой, больше так не делай, и под Новый год мне там 60. Братан, ну вот есть ли смысл, типа, когда тебя щемят конкретно, вот ты работаешь 5 лет, да? Кто там вот есть, сколько людей сейчас вот на данный момент люди там работают? Много работают? Конечно. Их щемят местами конкретно? По зарплате, конечно. Да, щемят, конечно, щемят. Конечно. И тут карантин и месяц у нас зарплата. Вот это кайф работать в госучреждении. Ну, сейчас стало еще хуже. Да, ладно. Ну вот и все, я тебе говорю. Сними. Что... Сними, бог с нами. Все, бам. Я любивка. Мы русские, с нами бог. Да. Тебе на девочке назвали фашуля? Нет. Фашуля! Нет? Ну, это же прикольно, фашулечка. Ну, если бы я занимался фашистика. С ними петингом, да, и вот так руку. Это фистинг уже. А, фистинг, да? Фистинг немецкий. А петинг это типа... Вообще, чем отличается петинг? Ногами. Нет. А, фут фетиш это. Нет, петинг... Нет, фетиш это в тело, типа... Петинг это ногами, это в одежде. Ты матюгнулся? Да, я матюгнулся. Да, это... Да. Давайте тройной сразу. Давайте. Давайте тройной. Давай. Не-не-не, давайте его кулаком. Тройной петинг. Ой. Ай. Петинг это, короче, очень приятно. Не очень. В одежде? Нет, петинг это, короче, игры. То есть ты друг друга везде трогаешь, но без проникновения. А фистинг уже все. А фистинг это в полной проникновении. То есть ты в джинсах... Да, не обязательно в джинсах. Без проникновения в одежде. Просто трёшь, да, типа. А типа вот эти массажи, это петинг все? Да, это петинг. Мы занимаемся петингом? Да. До 18 лет петингом занимался. Да? Ну, причем один. Рист как пишется? Ну, фрист. W, фрист, а фистинг, фэист. Больше на рыбу похоже, братан. Я тебе даже так скажу. Фистинг. Фристинг. Фистинг, еще раз, давайте, что я... Фистинг, засунуть, петинг чисто... Нет. Ну, да, своей рукой. Поиграть? Да, поиграть. А фистинг это прям руки, ноги, голова, может быть. А фистинг это Панин, петинг это Щербаков и Дудь. Все? А, о, вот так, все понятно. Договорились. Чего себе. Уважаю Панин. Для YouTube пользователей. Да. Уважаю. Сила. Ну, Панин нормальный чувак. Ну, у него типа есть заскоки какие-то свои. Ну, как бы смотри, он же нормальный пацан. Если не он, чья-то другая жопа пострадала бы. Да, так, стоп, он взял удар на себя. Вы думаете, где-то то есть, носилась больная баба, которая... Бля, кому в жопу сейчас ногу засуну? Кто-то... Да? Да, стоп, да.
Он смотрит, челку опустил, хитрец. Что носилось? Женщина? Да, носилась женщина по городу. Хочу ногу кому в жопу засунуть. Если сейчас мне кто-нибудь не попадется. И парень такой, ту-ту-ту. Сейчас. И взял удар на себя. Нет, это есть квота в России. Да. Типа пятью людям в России нужно запихать ногу петицию. В жопу. Петицию. Типа, кто по переписи населения 734-й попадает, а Панин как раз 734-й, видимо. А прикиньте себе... Это она вышла из правительства. Четырех уже зачехлила. Ни одного мата пока не сказал. Полчаса ни одного мата. Видите, как я... Хорошо влияю на вас. Вы так-то в натуре на подкастах такие агрессоры жесткие. Нет, мы просто говорим правду, правду говорим. Слишком агрессивно. А? Не, вы же превьюшки. Ну, да. Я прав сказал превьюшки? Да, 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 да. Это не мат. И Пюпитер. Да. Так, и чё, мы на фистинге остановились? Ну да, я как бы вот... Мне секса не хватает из-за этого агрессивный, наверное. Серьезно, когда у тебя был секс? Да нет, не агрессивный, да просто... Не-не-не, когда у тебя был секс? Последний секс? Не, по-пацански, по-честному, когда был? По-честному? Да. Ну, вот когда я ездил сыром торговать в Питер. В марте, наверное. Ты в сыр напихал, да. Сука? С плесенью, вот он. Нет, это здесь мат. Не, я ездил в Питер. Мат, сука? Мат, конечно. Сука, это, ну, как бы в данном контексте... Если ты называешь, например, собаку, здесь сука. Братан, я как мог тебя оправдать? You're welcome, пацаны. Короче, меня больше месяца. Дай бог, да. Всем такой. Да не-не, это не из агрессии, короче. В смысле, не из-за этого. Мы обсуждаем темы какие-то, которые, ну, напрягают, что люди не понимают. То есть, подождите, мы обсудили, когда у меня, что у меня полтора месяца не было секса. Ну, пускай люди знают. Ну, ладно, хорошо. Может, какая-то поклонница такая, ну, конечно, да. Полтора месяца надо это пригреть. Недолго, мне кажется. Да. Это фигня. Полтора месяца фигня? Долго? Конечно. Долговато. Это у вас... Я уже сижу полчаса записываем. Я уже кого-нибудь хочу уже начурить. Не, у нас, короче, мы обсуждаем, когда темы какие-то серьезные. И, ну, непонятно, вот мы, когда мы матюкались, например, в прошлом, позапрошлом подкасте, да, мы про людей, которые не кладут, например, гантели обратно в этих. В зал, спасибо. Ну, просто поприкалывались, там, я их назвал гомосексуалистами. Ну, просто в шуточку. Ну так, а подгорело у нас мы когда в Авеню снимали. Помнишь? В Авеню снимали. Про, да, учителей, что там должен, не должен. Ну не имеете права. Ну типа просто, почему люди этого не понимают? Меня напрягает это. Почему я это понял, а другие это не поняли? Это же все очень просто. Все очень просто. Нельзя детям навязывать что-то, например. Вот, ну и типа много таких... мы просто дошли до чего-то. Видишь, мы... Иллюминаты просвещены. Как раз про детей вот... Ты бы своих детей вот как вот бы воспитывал? Вот как вот, типа? Да. Как бы воспитывал? Да. Да, да, да. А у тебя вообще ты воспитание такой... какое у тебя? Да. Тебя как-то по-особенному воспитывали? Или... Строго, не строго? Нет, строго, мне кажется, всех нас строго воспитывали. Если, допустим, вот меня в России вас по жопе ремнями, бляхами били, батя меня здесь, знаете, чем бил? Поленом по жопе. Полено. Потому что в Армении отопление... Не больно. Поленом не больно? Ну, нет, типа, большая... Там пошел, когда знаете, жопа такая чем? Маленькая, полено такой там по всему периметру, как залетает тебе. Больно, знаешь, чем, короче, когда у тебя рядышком с домом растет плакучая ива. Ну это да, это же. Берут вот эту лозину. Да, 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 да. Вот такой звук. И ты такой. Вот это больно. Ну нет, вообще, вот как нас били наши родители, это же, ну тут не было боли. То есть, а ты угораешь? Не то, что мы ее не чувствовали. Не, смотри. Больше обиды. Раньше нас физически били, ну, как бы наказывали. Сейчас больше стараются словесно. Но я думал, лучше разочек ударить, чем словесно ребенка унизить, потому что это психологически может... Ну, не, унизить, конечно. Не унизить. Не, если выбирать прям, типа, если ты понимаешь, словесно, что ну, вообще, в принципе, не то, не то, это не норма, это плохо. И если ты выбираешь, то лучше, типа, шлепнуть раз, чем наказывать и кричать, потому что... Даже Макаренко говорил, лучше ударить, чем унизить ребенка. Но лучше ни то, ни другое. Не, ну как бы если ребенок туповат, туповат или капризен. Братан, это 100%. Слушай, мы работали в лагере, ты сам говорил, что если ребенок словесно не понимает, лучше лучше ударить. Лучше ударить по жопе, не знаю, как братан, я говорил ровно фразу Макаренко.
говорю, я цитировал человека, я не говорю, ребята, собирал я вожатых, да, я типа. Знаю, как... Короче, если ребенок не понимает, просто подходите и шлищнули его. Не. Я тебе просто говорю, что Макаренко говорил так, что типа ударить лучше можно, ударить можно, а унизить нельзя. Но я не говорил, надо бить. Я говорил к тому, что унижать ребенка нельзя, что кричать, а у нас половина вожатых просто орут на детей, когда не вывозят. Это их проблема. Почему я у тебя спрашиваю? Потому что ты из кавказской семьи. Не, батя был жесткий, я в один момент вообще думал, что я приемный. Потому что не думал, что как вот так можно не любить своего родного сына, я так раньше думал, отвечаю. Потому что было очень жестко, очень много запретов было. Даже в 10 классе, когда там собиралась там тусовка, вот 10-классники, те взрослые люди, батя меня отпускал до 11. Нет, и все. Одноклассники, девочки, нет. Я как бы сейчас благодарен, на самом деле. В чем? Вот, сейчас объясняю. В 10 классе у меня полностью поменялось окружение. Я перестал общаться с ровесниками, с одноклассниками в частности. И более взрослые, ну, пацаны, попал в более взрослым. Друзья пацанам. Пахана, да? Кто Не. Попал, ну, в другую компанию, так скажем. Сейчас эта компания толпой сидит за ОПГ, короче. И папа меня жестко ограничил от общения с ним и закрывал меня дома. Нифига. Сейчас я благодарен, конечно, всякое могло быть. Но... Может быть, ты помог бы пацанам просто встать на путь исправления, представляешь? Не, да, не. Там в 10 классе, типа, покажи нам бутылку пива. Малой еще, если старше, пример. Да, там. По-другому бы сработало. Тем более, когда много запретов, а тут, типа, пиво. Хочешь пиво? Да. Конечно, хочу. Запретный пол. У меня так пару лет из жизни выебилось. Даже на севере. Ты же мог и с другими людьми там попасть. Ты можешь попасть, ну, типа, в какую-то сложную ситуацию с любыми людьми в любой момент. Это не зависит от каких-то планов. Ну, как бы... Типа, если ты умный человек, ты поймешь, что пацаны, если сейчас моросят какую-то тему... Не, мне прям нравилось моросить с ними. Да, прям это жаловать. Ну, это типа, тут, короче, тут у тебя запреты, а здесь все разрешается. Соответственно, естественно, у тебя больше... какой-то позитивных. А знаешь, почему тебе хотелось здесь. Это? Потому что тебе запрещали постоянно. Если бы тебе с детства ничего не запрещали бы, ты бы уже к 10 классу такой, да я уже в 5 классе убил человека. С паханом в лесу закопали. Нормально, типа. Поигрались. По поводу запретов, возможно, нет, все равно должны быть в любом случае. Но это не запрет. Опять центру маурум, это золотая середина. Не должно быть слишком, типа, расти как сорняк. И вот эта прессовка вечная. Ну, опять же, надо, видишь, братан, объяснять. От воспитания тоже мало чего зависит. С тобой родители много общались? Да, очень. Прям общались? Да, прям, конечно. Тогда прикольно. Вот Сергей Шмидт, вот умный парень, да? Там воспитывали. Но если бы я, вот как он в 6 классе, пришел домой бухой и сигареты в руках, мне кажется, пахан меня бы вот так вывернул бы наизнанку. Я бы вообще никогда бы не выходил на улицу. Я, братан, половина 6 класса, после того, когда мне пахан, вот, я когда пришел на хату, я выворачивался обратно, потому что меня тогда вывернули наизнанку, я так скажу. Вот так, как вот с 6-классником общаться, сынок? Ну, зачем? Ну, как бы... Все, нет, ты, ребенок пошел на взрослые поступки. Отвечай по-взрослому на свои косяки, как бы. Вот такие моменты, да, я говорю, что словесно это бесполезно. Да нет, ну вот опять же, я сейчас могу нервничать, но это все проблемы родителей, братан. Это не от ребенка зависит, это зависит от воспитания. Я пришел к этому моменту в 6 классе, что можно пить и курить, потому что мне не дали должного, ну чего-то мне не хватило. Знания, да. Не объяснили, мне сказали, нельзя, иначе дам тебе... Это. Да, не по. Но на то, как бы, мы и размножаемся. Я думаю, что родители предыдущие ошибки из своих родителей вытащили, ты вытащил из своих родителей. Нет, у нас, мне кажется, наши родители чаще всего берут, перенимают опыт. У вас, если это воспитание такое, типа хард, вот как щеточка, если у меня не медиум, а это как-то софт, да, мягкое самое. Да, короче, это набухался. Все, пацаны уползли еле-еле с хаты, все, я еле-еле пытался выползти, не смог, мамка пришла, все, я уже, все, ну да, я все, я набухался, пойду поблюю. Все, молодец. Пошел поблевал, мамка там, ёб твою, ну типа, как так, батя звонит, пиздец, типа, вот, ебей там, все, батя приходит такой, я сижу, ну я помню это так смутно, я так вот помню, что, ну да, что происходит. И все, и батя на кухню такой заходит, че, блин, на кухню заходит, такой вниз смотрит, а мы пили этот, у них спрятанное, что было. Угу. Батя открывает,
Да ёб твою мать. Нахуй Хеннесси-то? Чё, чё, нельзя было вот это, что ли, дешёвое? Ты тогда уже знал. Ну это же нормально. Вот это нормально, типа, ну, не знаю. Я не буду себя так воспитывать, как меня воспитывали, короче. Себя или детей? Детей, в смысле, детей, да. Ну, как, да. Так нельзя. Возможно, есть мелочи, которые... Короче, мне очень всегда впадает вот эта фраза в голову, типа, свой будет, поймешь. Mm-hmm. Вот, поэтому мы можем обсуждать это бесконечно. Да, согласен. Ну, а так вот, и меня в голове как дочь воспитывать. У меня вообще вот в голове... Вот, типа, о, если у меня будет дочь, ей вообще сложно будет со мной. Дочке будет очень... С пацаном я буду прикалываться, я даже покажу то, что нельзя видеть там до 18 лет ему, возможно. Но дочка будет прям конкретно такая железобетонка. Не, братан, это все, это вот только потом отпустишь и все. И вот. Посмотри, короче, я смотрел какой-то, не помню, какой-то видос, у Шихман вроде, а поговорить про порно-актрису. Там девочка была, которую жестко воспитывали, Ева Бергер. Конкретно ее просто, она поцеловалась в 19 лет первый раз. Прикинь, бам-бам-бам, и всё, потом, порнуха. Цитирую просто поговорку, понеслась пизда по кочкам. Да, 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 да. Ну и здесь по-другому, мне кажется, немножко. Объяснит, надо с ребенком, у тебя, прикинь, 18 лет, до 18 лет это ты можешь всё. 18 лет разговаривать с ребенком. Ну, грубо говоря. Нет, я не говорю, всё. Я его закрываю дома, не выпускаю, в том плане, что прям конкретно жесткое воспитание, что девочка должна быть девочкой, оставаться, как бы, чтобы... Это репутация. Вот я вообще... Почему я до сих пор не женат, пацаны? Мне 30 лет. А, ты один только женат, Ромчик. Ты тоже не женат. Я в каждом подкасте почти говорю. Да, я же не смотрю подкасты, поэтому... Ну, я не для тебя и говорю. Если нас смотрят армяне, я повторяю, ребята, я не женат. Вот, потому что для меня вот семья, лицо семьи — это женщина. Как бы, если за женщину говорят хреново, говорят о себе хреново. Ну, для меня это немножко неправильно. Сделали, чтобы не говорили об этом. Вот, я поэтому говорю, что если будет дочка, хочется ее воспитать так, чтобы про ее семью за глаза вообще даже не думали что-то плохое сказать. И вот за 30 лет я пока немножко, ну, не могу встретить того человека, чтобы сказали, их трахали. Вот так вот. Кого не трахали? Меня. И Димасу полтора месяца. Да. Ну что, можно цыган? Смотри, вот сейчас же так самоизоляция, все же дома сидим, вот нам холостым вообще тяжко, по большому счету. Я не сижу дома. Ты не сидишь дома? Я тоже. И не соблюдаете самоизоляцию? Нет. Я выскакиваю большие на улице. Большие пальцы не видны, да? Ставьте большие пальцы. Ставьте большие пальцы там, вот тут не видно. Не, конечно, в общественные места не похож, потому что их нет сейчас. Да. Общественных. А так, ну, постоянно в гостях в основном. Просто я сейчас начал делать генуборку. На кухне торчал полтора часа, я убрался только на кухне. Это так сложно. Вот даже сейчас вот вам сказал, что в пост, ну, в сторис залил фотку с текстом, то, что... Девочки, я теперь по-особенному ценю ваш труд по быту. Реально, это не чтобы просто быть милым в глазах у девочек, а это реально сложно. Да, конечно. Рассказывай. Очень без вас плохо. Ой, как мне сложно убираться было, девчата. Я не могу, как я вас ценю. А так, приедьте, отсосите, пожалуйста. Я так устал, даже руки не поднимают. Хитрый. Если бы, братан, это кто-то другой национальности говорил. Поверь мне, Димас. Да нет, правда, без вас у женщин очень тяжело. Конечно. Все руки в мозолях. За полтора месяца. Из-за того, что я тоже часто прибираюсь дома. Да. Но до уборки дело не такое. Начищаю вас. У Ромчика такой видок, наверное, сзади милый. Очень красиво. Очень красиво, да? Да. Это чисто армянский этот. Не, прикинь, я сначала, когда заехал сюда, хозяйка говорит, как тебе мое творение? Это сама нарисовала? Ну, это прикольно. Нарисовано, это от руки нарисовано. Знаешь, что чисто русское?
пройти в квартиру к армянину, и чтобы ты не увидел, сказать, это чисто армянская. Чисто армянская. Это же гора не дорисована, Арарат. Эй, вот этот телевизор чисто армянский, прикиньте. Бля, телек на туре. Да? Очень большой телевизор. Да-да-да, как ты сказал телек на туре перед этим? Как? Капец, я вообще, я кремень, я держусь. Это азартный просто человек. Ну зато как приятно будет слушателям. Про людей, которые приходят к тебе стричься, то есть это в основном, я так понял, это уже собранная такая клиентура. То есть в большинстве случаев это там... Сколько человек... процентов у тебя вообще? И сколько человек ходит, а потом сколько процентов? Да. Зарабатываю? Не, зарабатываем не сколько надо. Сколько процентов? Человек? База людей у тебя сейчас, из скольки людей? Ну, грубо говоря, у тебя получат клиенты же в основном постоянники. Постоянники, да, но вот постоянных клиентов я... 2% сколько у тебя? Сколько новых каждый месяц появляется? Сейчас мало, потому что ввиду большой конкуренции, прям очень много. Если сейчас в Дубльгисе набрать барбершоп, мне кажется, что 50, наверное, вылезет. И вот среди большого, ну, если так 50, ну, даже взять 30 барбершопов, в каждом, как минимум, 5-6 мастеров, это 150 человек мастеров. И как-то надо в любом случае показывать себя, помимо мало стрижек, да. Не, мало, у меня такой вопрос, 150, типа, мало, вот сейчас... 150, это минималка, это только про барбершопы, говорю, а их... 150 барберов? 150 барберов, нет, это очень много. Каждый барбер... Смотри, грубо говоря, человек, ну, в две недели, это минимум, раз в две недели стрижется, да? В две недели у тебя, у каждого человека, там, сколько, 5 рабочих дней, за день у тебя 10 стрижек, грубо говоря, да? Это у тебя 50 стрижек за две недели. Нет. Чуть-чуть еще раз. За неделю. 100 стрижек у тебя за две недели. У каждого. Пусть считай. 150 у тебя 150 барберов и минимум 150 на 100 будет 15. Ой, стоп. 15 тысяч человек. А, ну да, много. Да. Не, много, это много. Короче, у меня вопрос какой? Вот, допустим. Чем отличается парикмахерская от барбершопа? Нет, я понимаю, я про то, вот, допустим, я открылся, я могу супер говенное оборудование себе взять и называться барбершопом. Сейчас мы математику. Да? Ну да, да. Ну, атмосфера. Атмосфера, да, интересно. Это мужской клуб, по большому счету, это мужской клуб. Но сейчас очень тяжело удивить просто обычным мужским салоном, потому что везде одно и то же. Угу. Поэтому приходится, не знаю, но... Что ты спросил? Еще раз. Ну вот типа парикмахерская, вот допустим, есть парикмахерская, есть барбершоп. Я не говорю не про ту разницу, типа, а именно вот я открыл, типа, в моей голове это барбершоп, но ты как человек, который поработал уже во многих хороших местах, что отличает именно барбершоп от хреновой парикмахерской? Ну, сейчас знаешь, какая тенденция, даже сейчас многие вот а-ля... парикмахерские Сагдиана, не знаю, там Татьяна. Надежда. Татьяна. Большая восклицательная. Татьяна. Да, они условно берут Татьяна, перед ним ставят барбершоп Татьяна. И внутри работают те же мастера с тем же опытом, с тем же навыком. И стригут не за 300 рублей, а за там условно 800, потому что там появился... Не знаю, формулировка. Пиво, кофе, атмосфера, чуть-чуть удобное кресло, но по факту качество никак не изменилось. И вот когда я обучался, я 4 месяца ходил на обычные курсы, там, условно, чтобы научиться стричь, и к Татьяне, скажем, условно. Приехал в Тюмень, и Александров Андрюха меня обучал заново, вообще всему научил меня заново, потому что, говорит, все, забудь то, что там учили, это все не то для того, как нужно стричь. В барбершопах. И вот, допустим, сейчас уже некоторые в салонах, ну, учатся стричь что-то похожее, что мы делаем, но в любом случае детали в стрижках очень много решает. Как понимание стрижки, ведение вот этой стрижки. Ну, то есть тут вообще цена стрижки растет от того, чем я тебя стригу и конечно. с какой техникой, да, грубо говоря? Ну, я вот стриг с ножницами, у меня были ножницы за полторашку, я стриг, соответственно, за 400-500 рублей, когда только начинал. Сейчас у меня более дорогие инструменты, я уже научился стричь хорошо, соответственно, я могу повысить свой ценник, когда полноценно в мастере. И когда ты отучился, ты же не стрижешь сразу, как полноценный мастер, за ту сумму, которую стригут мастера, ты стрижешь там, условно, как
начинающий за пятихатку, там, за 800. Здесь, вот здесь есть какой-то карьерный рост, блин, в отличие от той работы, где я был. Тут есть рост, тут можно дойти до какого-то определенного пика. Но ножницы — это же не машина в такси, например, как эконом-класс и бизнес-класс. Нет, я тоже задумался об этом. Типа, зависит ли качество от ножниц на полторашку. Но, короче, тут, я думаю, как работает. Я, как мастер, мне... жестко приятно стричь вот этими ножницами, поэтому стрижка получается. Оно как бы, да, идет. Стрижка, во-первых, быстрее идет, потому что срез намного. Ну, вот эти ножницы, которые сейчас у меня есть, достаточно сделать один раз чик-чик, и все, стрижка готова. А те ножницы, которые у меня были, надо было сделать чик-чик-чик-чик-чик-чик. А почему ты меня стрижешь все равно за ту же цену, если ты стрижешь меня сугубо машинкой? Я тебе, братан, стригу за 700, у меня стрижка 1300. Машинка 700. Договорились. Смотри, подловить хотел меня. Да, я прикалываюсь, да ты че, я угораю. И вот поэтому сейчас в некоторых барбершопах, помимо там услуги бороды, стрижки, предоставляют там воск, черную маску, скрабирование, потому что надо повышать сервис. Это все продали нам. Все продали. Ну понятно, все продали. Вы заметили, вы когда-нибудь себя ловили в последнее время на мысли о том, то, что вы уехали куда-то надолго, и у вас просыпается маленькая девочка такая, блин, не, я дождусь своего мастера. Раньше же не было такого, ты гулял, о, парикмахерская, надо зайти, а сейчас... Не, у меня нет такого, типа, ты куда-то уезжал, пару раз стригся в парикмахерской, потому что мне нужно было куда-то ехать. Ну да, ну как бы... Так и мне что тут постричь-то? Я ни разу. Я тебе больше скажу, братан. Ты ни разу не стригся. Я, знаете, что сейчас подумал? Я ни разу сам бороду не брил в жизни. Прикинь. Вот когда... Ты у бати Хеннесси жрал. Я тебе так скажу, короче. Знаете, что закусывал? Я тогда еще название узнал. Прям банку. Я прям помню, как мы это вот. Хеннесси чуть-чуть наливаем. Я думаю, так, не спалит. И чуть-чуть водочки в рюмку Лехи, там, однокласснику наливаем. Мы такой, водка из Хеннесси. Смешно. То есть ты обманывал всех. Да, мы по чуть-чуть думали, сольем, типа, чтобы никто не заметил, батя. И все, и это, я достаю, надо же чем-то закусывать, наверное, как взрослый. Достаю из холодильника, такой, это что такое? Первый раз вижу, мне кажется, это, и на всю жизнь запомнил, что это такое. Патиссоны написано, патиссоны. Патиссоны, вот, какие-то странные такие, да, круглые, да, штуки. Ну, пол кабачки. Я тебе так скажу, мне давали больше, когда я стригся в парикмахерской. Вот. Пацаны, это моя задача, вас сделать некрасивыми, пацаны, чтобы мне... Молодыми еще. Типа, тебе давали больше возраста, типа, когда ты стригся, или что ты говорил? Трахаться. Трахаться мне давали больше, когда я стригся. Я полтора месяца. Ну, потому что ты раньше, может, не был таким агрессором, как сейчас, по отношению к девочкам. Сгонишь, что ли? Я вообще сейчас лапуля, наоборот. Многим девочкам, наоборот, нравится, когда их как фриц. Вот раньше я вот такой, что ты, давай. Волосы крепкие у тебя. Не. Я почти... Почти никогда таким не был. Я с девчонками всегда обходительный. Ну, когда хочется что-то, ты же не будешь говорить, что там... Кстати, ваши комплименты, которые вы делали, как вообще на девочек? Ништяк, супер. Весело же, но это шуточки. Девочкам нравится, когда шуточки. А многие не офигевали, типа, что за пацаны? Многие писали на меня, а многие, типа, отправляли, ну, и видят, что с двух страниц идет, короче, атака, так они такие, ну, понятно. Ну, и подруга, которая заказала, что-то, я видела, это я тебе. Нет, это прикольный замут, это прикольный. Вот, а открыв бы свой барбершоп, что бы в нем точно было? Вот. Чем бы он отличался от других? Не скажу. Не скажешь? Нет. Правильно. Блин, если бы я вот реально был, ну, типа, открывал барбершоп, бы тогда тебе говорил, я бы сделал это. Ну, типа, не зарплату платил бы мастерам, а взял бы аренду за место, типа, аренду за место, чтобы они сами себя качали. Потому что у них вот мало кто качает себя из ваших пацанов. И вообще, в принципе, из барберов. Есть твои слова, правда, но тут есть большая вероятность того, что ты потеряешь контроль над парикмахерской. Если ты будешь делать такую вещь, ты должен устав, я не знаю, правила подписать какие-то определенные, что ты должен в любом случае там приходить, у тебя должна быть сменка. Там ты должен уходить в любом случае вот в это время, потому что если... Ну, понятно, у тебя правила даже... Да, какие-то жесткие ограничения, чтобы человек не думал, что это его парикмахерская, все, он может делать все, что хочет. Потому что если дать сейчас даже мне дать волю какую-то в этой парикмахерской, я буду ходить охреневать. А это плохо, как бы внутри... Ну нет, это все договаривается. Как бы есть... Просто тема нормальная, что у тебя бабки есть, у тебя сами барберы растут. Ну да, но
И момент того, что не у каждого, допустим, есть круг общения, да, в лице вас, которые могут там помочь своему другу в развитии, там, в рекламе какой-то. Есть же камни. Ну да. Есть же камни. Вот в других парикмахерских... Что им мешает? Не, ну нету внутри вот этого. Есть много таких, как бы нельзя их в этом обвинить. Ты думаешь, мы все такие с самого детства были такие... Ну, внутри должно быть что-то... Человек, если есть боязнь сцены, сколько бы ты ни выходил на сцену, да, ты боишься сцены. Нет, ты... Нет. Да. Так и все, у тебя в принципе, у меня это тоже сейчас... в первую очередь и боязнь сцены, это боязнь ответственности. Конечно, и конечно. И осуждение больше. Да, ну вот, да. Поэтому ну, а так, не это немножко такого. Даже, наверное, нечестно будет. И, заведомо, если приходит мастер, говоришь, типа, либо плати аренду, либо я тебе плачу за этот процент. И вот если он говорит, аренда, все, вот такие условия, братан, и процент вот такие вот условия. Mm-hmm. Вот это да, это нормальная тема. А если всем давать, ну, кто-то может вообще сидеть без дела, ничего. В других салонах я точно знаю, что есть мастера, которые работают... О, по... так прикольно, с выбором. Да. Либо так предлагаешь. Mm-hmm. Это круто, да. Вот, кстати, я не думал об этом, что можно... Это да, это... Не, я же не говорю, что только аренда там. И можно договариваться надо просто. Я тебе еще раз говорю, это стимул для роста людей. Да. Вот и все. О, вот. И заметил, что еще, да, вы тоже, наверное, замечаете, что больше уже идут не к мастеру. Базар нет, ты должен красиво стричь, аккуратно, но больше идут к человеку, конечно, к интересному конечно. Человеку, к интересной личности. Да. Если один мастер просто вот его нигде нет, а вот второй мастер вот, вроде везде и там и там и там что-то какие-то ролики. С кем-то там общается, что-то хихихаха. Человеку интересно прийти и сказать, ну а что за тема там была, ну-ка расскажи. Вот недавно на КВН, когда я ездил, на целую букву А. А! Вот КВН же сейчас никто не смотрит практически. Ну, имеется в виду молодое поколение, ну, мало кто смотрит. Взрослые смотрят, да. Да, капец. Да, взрослые смотрят, и когда меня позвали... В Ютубе, да, взрослые смотрят? В Ютубе? Ну, да, 5 миллионов подписчиков у них. КВН? 5 миллионов. Ну нет, смотри, молодые. А сколько? Там просмотров по ляму. Просмотров по ляму, но это ерунда. Это ерунда. Ну вот. Little Big Clip. Мало. Миллион? Сколько? Миллион? Для отдельно взятого какого-нибудь приветствия? Почему? Нет, для приветствия нормально для одного. КВН, около КВН. Давай по-другому, не очень популярен. И смотри. Не такой популярный, как раньше был. Как раньше. И он, популярность, к сожалению, уходит. Потихоньку уходит. Потому что вот, когда ты откроешь полноценный видеоролик КВНа, да? Там миллион просмотров. 90% даю, что люди, которые открывают, они не смотрят весь КВН. Допустим, ты открыл, там хочешь армянскую сборную посмотреть, ты посмотрел, да, выключил. Ты хочешь посмотреть, ты перелистнул. И поэтому люди даже вот сейчас, какие-то топовые КВНщики, которые есть, люди их не знают, потому что их не смотрят. И вот сейчас, да, договорю мысль свою. Поехал на КВН, показали 2 секунды меня, но взрослая аудитория наших парикмахерских, которые ко мне ходят и на сторону... Ну, к другим мастерам такие, говорит, это ты был? Я говорю, да, говорит, нифига себе, прикольно. Я такой думал, что... Ну, я изначально поехал с теми мыслями, чтобы взрослое поколение посмотрело, для взрослых был я интересен, я потому что понимал, давай что... скажем, это был один из сценариев, а не полный. Да. Не, Агафон когда позвонил, говорит, хочешь засветиться на Первом канале? Агафон, бля, братан, спасибо тебе. За Агафона не жалко. Да, третий. За Агафона не жалко. И все, он говорит, так, есть такая возможность. И когда мы приехали, все немножко поменялось. Я такой думаю, ну, лишь бы показали, чтобы взрослые увидели. Потому что от молодых не было никакой реакции. Там уже вообще. 2 раза показали. О, да, там уже даже фотка была. Конечно. Но эта поездка была крутая. КВН вообще, когда мы были КВНщиками, было так круто. Да. Мы же все вместе играли в одной лиге, прикиньте. Да, представляете. Мы вас выиграли, Ромчик, кстати. Наша банда, в каждой игре. Ну, не знаю. А нет, мы в какой-то игре с вами не играли. Но в той игре, в которую мы всегда играли, мы вас делали. Мы чисто втроем вывозили, пацаны. Давайте я шутку про Путина скажу, которая не попала. Короче, у нас у армянской сборной была такая шутка, а на Ютубе этот есть, когда, да, вырезаны шутки, которые не попали в прямой эфир. И вот в тех вырезанных шутках вырезали вот эту шутку про Путина у армянской сборной. Шутка была следующая. Типа, ребят, вы представляете, мы, армяне, играли в высшей лиге 20 лет назад. Типа, еще прибили Клинтоне. Говорит, Грант, а почему именно прибили Клинтоне? Ну, потому что, если скажу при Путине, никто не поймет, как давно это было. Зал вообще в клочья. Просто в клочья. И вырезали, типа... Интересно, почему?
Ну мы армяне, не знаю, такой. Почему мы сейчас не смеемся, потому что мы слушали. Не, чистая же она. Ну вообще кайфная шутка, ничего. Ну она прикольная, она прям в зал. Ну это лебезение. Капец. А по поводу КВН, мы, кстати, предали. Эти пацаны еще играли же целый год, они еще в Азию ехали. А, серьезно? Да, а потом в следующий год мы поехали уже салютом еще играли. Мы в 14-м поехали последний парт? Нет, 13-м мы играли. Когда облажались конкретно. Да, в Азии же должен был с ними ехать. Я после Азии заплакал, когда вылетели. Ты заплакал? Да. Кинь КВН какой вообще. Жестокий? Да. А это только в Азии. Я чуть заплакал, когда мы финал просрали в Сибири вообще. Да. Это было самое жесткое, да. Что за Сибирь? А, ну когда вы самолетом гоняли? Нет, я чуть не заплакал, когда увидел, мы когда в Сочи поехали, когда повышенный рейтинг. И вот этот год просто так. Да, да, чтобы для тех людей, которые не понимают, как это работает, ты, короче, попадаешь, давайте, помогайте, если что, ты попадаешь в какую-то... Ты едешь в январе в Сочи, показываешь свое выступление. До этого весь год где-то играл, типа, да, да, да. Вот мы топтали. Иди, сходи. Да, давай. Мы расскажем. Да, короче, топтали мы сезон, думали, что все, мы сейчас будем звезды телевизора. И все, и потом просыпаемся ночью, когда были... Короче, нет, вся схема. Ты в Сочи, потом попадаешь в лигу и целый год в этой лиге играешь. До финала. После финала ты опять едешь в Сочи. Сочи, показываешь, да, материал, который заработал за год, и тебе... Там есть несколько оценок. Это рейтинг, повышенный рейтинг. И второй тур. И второй тур. Да. Что как бы говорит о том, что второй тур говорит о твоем продолжении уже в лигах посерьезнее. Повышенный рейтинг это... Такие... Ну мы хорошо выступили же тогда. Мы вообще нормально выступили, смешно было. Кто из нас не взял, я ваш ляху в маске. Вот, и ты целый год ничего не зарабатываешь, ничего не делаешь, кроме того, что ездишь, выступаешь, пишешь. Да, и потом... Себе бесплатно. Как... А вот вообще у вас на подкасте подписчики есть? Подписчики? На канале есть подписчики. 500 человек. 500 человек, а просмотров сколько в среднем? 200-300. А цель какая? Просто прикалываться? Просто да, чтобы просто людей разбавлять или есть какие-то дальнейшие планы? Вот, да, есть просто разные вещи. Видишь, это типа просто чёс. Вот мы просто сидим с вами, разговариваем. Но... Представь, 300 человек смотрят это. Да. Полтора нихуя часа. Нихуя себе, это когда час, хуя. Ну, типа, да? Час 10. О, да. Два. Нет, это комбо было, комбо. Это. Короче... Это прикинь, как много, типа, да. Для такого контента, типа, где чуваки просто сидят и разговаривают. Просто тюменские. Просто мы. No name, по сути, причем, да, no name. Абсолютно no name. А вообще формат этих подкастов, насколько популярный? Очень популярный. Сейчас вообще... очень набирает популярность. Популярный, да. Но не этот, вряд ли кто-то незнаменитый может это сделать. Типа. Ну, чтобы бомбануть, типа, да. Но на самом деле, грубо говоря, не нужно смотреть на просмотры. 300 человек это смотрит, прикинь. Вот просто видишь 300. А, имеется в виду ноунейм, 300 человек. Насколько нет, люди, нас ноунеймов смотрят. Да, но вас насколько ноунейма. Люди готовы посмотреть то, что мы говорим здесь за столом, сидя, вот 300 человек. Живую, это человек. Это прикинь, это... Пусть даже 200 человек знакомых каких-то. Это очень много. Приходят. Это ладно, вот скетч, да, какой-то посмотрели, там, 30 секунд, типа, там, 5000 человек. Это, ну, скетч. Это ты бы все посмотрел, 30 секунд потратил, все, как бы... А вы не пробовали такого формата? У нас нет жирной съемки какой-то там, но... какого-то монтажа, у нас просто вот так вот тык-тык-тык и все, да. А вы не пробовали, допустим, записывать подкаст, выходить, ну, чтобы был не человек, вот четвертый сидел с вами, а кто-то в прямом эфире. У вас же много интересных личностей, вот парнишка с Калининграда, который лысый. Mm. Он же тоже... Басалам. Ну, вот такого формата, чтобы, типа, вот телефон... А, должен еще телефон... Четвертый. У нас нет столько телефонов. Контент должен быть дешевый, брат. Короче, знаете, что хочу сейчас раздуть? Типа, давайте с каждой сейчас соберем идеальную для себя телочку. Ну, девушку, точнее. У меня собран. Ну, о, ну, ты на троих раскидаем что... как-нибудь. Ну, типа, там, глаза Дженнифер Энистон, там, все вот эти вот приколы. О, я с ней как раз смотрел Козы Поз. Они тоже там что-то такое... А, нет, это не Козы Поз было, это где было? А, это вот у Харламова ошивительное шоу, Егор Крид говорит, давай соберем тебе там глаз, урод, ну, ты такой урод, потом, вообще без фантазии. Ну, типа, внешность такую, характер такой. Давай, давай, прикольно. Характер как такой? Ну, типа, не характер, а как, ну, вот, грубо говоря, вот, харизма там. Или харизма, да. Харизма? Чисто из известных. Да, чисто из известных. Внешность такая-то, такая-то.
Надо подумать даже. Я что-то сам. Давай начнем с чего? С внешности. Сверху. Да, с головы. Ну, типа волосы, да, прическа. Волосы, как у негритянской, короче, рабыни из колонии английской. О, нет, волосы, знаете, сейчас Винсан Кассель, знаете, который чувак? Француз такой есть. Мужские волосы. Который снимался, вот я говорил, 12 друзей Оушена, 13 друзей Оушена, черный лист был такой плохой этот. Враг государства номер один. Вот у него сейчас женщина, молодая, негритянка такая. Волосы. Негритянские кудряшки. Кудряшки вообще. Да, да, да. Мне нравится, я понял, короче, это длинные и густые. Короче, Бейонсе. Бейонсе. Не, а у меня вот волосы. Давай. У него такие пышные, у Бейонсе, да? Ты что, да. Ну, может, Джей-Зи вообще повезло с ней. 100%. Не, волосы не обязательно, волосы могут быть разные. Типа. Волосы вообще. Давай, ладно, волосы. Глаза. Глаза? Да. Блин, я бы вот. Мне нравится грузинская внешность. То есть грузинская. Вот то, что мы в Тбилиси гуляли, это огромные глаза, вот эти, такой нос. Не обязательно большой. И вот эти кудри, мелкие вот эти кудри. А вот про характер, про харизму даже вот сейчас подумать. Да. Я вчера, помнишь, девчонку показывал в Инстаграме? Какая-то есть девочка, Лера Папиш. Она там поет. Вот такая. Миленькая такая, красивая. Мне нравится, да, я понял. Девочке достаточно быть миленькой. Мне нравится не миленький. Не супер красивой, да, но если она еще и поет, да, умеет петь. Это все, добрый вечер. Рома Лера поет вообще. Так, да, вот я сейчас вот у Ромкиной бы жены украл бы для своей понимания, не знаю, да, как это правильно сказать. Голос, понимание. Ну вот типа отношение к Роме. Ну да, да, да. Ты хочешь говорить отношение к Роме к себе? Ну типа, чтобы ко мне так относились. Вот такое бы я украл. Ну так и должна жена вообще, женщина должна так же. Так, а внешность, ну вот кто? С мужем, не это. Не, так не... это же от мужиков, это же пошло из-за мужиков, потому что мужик, чё, мужик же пошел более слабый, ну, как бы девочки такие, ну нифига себе, надо брать инициативу в свои руки, и поэтому сейчас все борются за что, ну, как бы равноправие, хотя такое изначально вообще не должно было быть. Да нет, это, типа не про равноправие, тут, не, равноправие 100%, братан. Равноправие, ну, не знаю. Равноправие не то, что, типа, иди, мужик должен мыть посуду или еще что-то. Понимание, поддержка. Вот Лера Рому очень сильно поддерживает, понимает. Я вообще не видел, очень редко видел таких девчонок. Блин, мне знаешь, кто... Да мы выросли вместе, хуй с ним. Ну да, да, да. Да, это что за... Нет, мы на войне. Короче, помнишь, в Инстаграме есть девчонка, которая, говорю, нравится, она еще с каким-то Янисом там встречается, как ее? Сухопутова. Я понял. Сушинская такая, блогерша. Блогерша, да. Вот она, вот мне нравится ее харизма. Придется картинки показывать. Анджелина Джоли. Нет. Да, братан. Братан, Анджелина Джоли, она... Не сейчас. Она из этих, из плохих нельзя. Я хочу верить, что это неправда, но чистая Анжелинка, она сама рассказывала. Она сама говорит, я ем. Она сама рассказывала, что участвовала во всяких обрядах. Так что ужасно. Мне, знаете, какая нравится внешность? Есть видос такой, говорит, он говорит, ну, где девчонка говорит, ты ничего во мне не замечаешь? А ты подстриглась? Знаете этот видос? Да, да. Нет. Может быть, у тебя новая юбочка? Нет, вот эта девчонка тоже прикольная. То есть, видели этот видос? Мне наоборот, типа... Может быть, ты там накрасилась? Нет. А чё? Я беременна. Тебе идет очень красиво. Вот, и мне вот на самом деле, вот типа, Джоли для меня это шаблонная красота. А вот... Я про харизму. А, про харизму. Я про харизму. А какая у нее харизма? Она очень... Она... Ну, не сможешь, может, фу, скажи что-нибудь. Hello. Ну да, она очень женственная. Ты ее взгляд видел, вот этот хищный, если не в сторис закинул, братан, это вообще... Есть такая фраза еще, не знаю, если не есть, это типа не человек красит костюм, а костюм человека. То есть, когда ты идешь... Наоборот. Акварелью. Не костюм красит человека, а человек красит костюм. А человек красит костюм. Да. То есть, ты должен, если на тебе дорогой костюм, ты должен, соответственно, идти к кайфу, чтобы это на этот костюм... Такая. Ну да, да, да. Типа вот, то же самое здесь. То есть девочка может быть красивая, но если она не то, чтобы подавать свою красоту, а пользоваться ей, то есть элементарно просто там налить бокал вина,
выпить и типа на тебя посмотреть, сишку затянуться, и ты такой сможешь, такой... Внешность важна. Полина Гагарина, да, красиво. Внешность важна? Конечно. Полина Гагарина и харизматичная, и но поет. Она блондинка. Гагарина ништяк, да. Красивая. Но она крутая, но она блондинка. И че? Кофе с молоком такси. Зато метиска, прикинь, ты его взяли, будут красивые. Белый кудрявый. Только кофе с молоком еще, и когда, знаешь, в хавчике волосья находишь, даже не очень черные кудрявые маленькие. А что, КВНщицы есть прикольные? Ну, есть прикольные, наверное. А из местных? Местных. Из тюменских ученых? Да, из тюменских ученых. Да тут медийные какие-то. Ну, не обязательно, не обязательно. Есть, есть прикольные. Да. Много, их очень много. Вам что, придется сейчас картинки всех пока. Да не, ну мы не будем, ладно. Короче, вот, все, давайте резюмируем. У тебя получается харизма Анджелина Джоли. Анджелина Джоли, все, а внешность обязательно армянская. Внешность? Нет, внешность ближе к европейской. Европейской. Как выглядят в Европе девушки? Например, в Италии, так же, как армянки. Ну, зачем ты именно Италию? Ну, братан, это же ваша тема. Италия? Да. В европейская внешность? Но в имеется Европе не очень красивая женщина. В Европе? Не очень? Да. Не очень красивые? Да. Русские. Русские красивые. Да. Итальянки красивые тоже как-то есть, конечно. Ну тогда хохлушки. 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 Хохлушки, молдаванки. Не, я как бы за то, что вот у нас же армянин, армянка, там типа... Подожди, хохлушки мы не это, не ну типа, не бандерки там. Мы просто, ну, украинки. Украинки, это вот когда говоришь хохлушка. Да. У тебя сразу... Да, уф. Оно типа, вот говорят, хохол говоришь, у тебя сразу не говорят, а ты говоришь... Хохлушка. Ну вот с детства, знаешь, ну, кавказские семьи, знаешь, как учат, типа, кошечка любит кошечку, собачка должна любить собачку, типа, армянин должен любить армянку, грузин должен любить грузинку, вот условно, вот такая вот тема, понял, я хочу разрушить этот стереотип, потому что... А как твои родители к этому отнесутся? Братан, мне 30, как-нибудь уже как-нибудь. Как твои родители отнесутся к тому, что этот... Собачка трахает кошечку. Причем не армянскую кошечку. Блин. Главное, что пиписька не слиплась. Короче, это Анджелина Джоли с европейской внешностью. Но с покорностью. Да, да. Покорная еще. Для меня важно. Несуществующий факт. А так, у тебя шмидос. Блин, я сейчас вспоминаю, короче, вот из последних каких-то, которые мне вот прям в душу западали из известных. Помните, я показывал Рената Штифель, девочка, которую Меладзе кинул на этом, на голосе. Он ее взял, говорит, если вы не пойдете ко мне в команду, вы разобьете мне сердце. И на следующем этапе слил ее. Да? Гандон. Это Гандон, это не мать. Гандон. Все, Рената Штифель, она которая Рина, мать мой, я пела. Очень красивая. Харизма, не знаю, харизма. Блин, у меня знаешь, как сложилось сейчас? Нужна ли харизма? Я вот не понимаю. Да, я в первую очередь. 100%. Вот понятно, что внешний фактор сразу привлекает, но, блин, для меня главное это вот харизма, общение. Ну да, типа. То есть, понятно, она может быть очень красивая, но не то, что поговорить не с чем, типа, ну, не знаю. А вы же понимаете, да, девочки так же прям нас оценивают. Прям... Конечно, все друг друга оценивают. Хоть и говорят, внешность не важна, не главное. В любом случае, сначала выбираешь картинку, а потом уже копаешься в этой картинке, там что-то можно нарыть или нет. Не, братан, харизма важна. Все конечно, 100% важно. Но когда харизма бешеная, все кайфно, а ты просыпаешься, поворачиваешь голову и такой, ну, зато харизма. Не знаю, я всегда, я даже когда с Дианой еще жил, я всегда говорил, что с утра я больше всего тебя люблю, очень это. Естественно, все. Да, мне вообще важнее всего. Мне нравится женщина в спортивках и в кофте больше, чем накрашенная на там эти кудри, еще что-то. Непонятно для кого это. В пижаме запись. Да. Блин! Ой, за женщин получается жизнь. Да. Короче. И губки Меган Фокс. Чё точно, короче, это. Точно, что во всех людях важно, это чтобы как можно больше времени этот человек не надоедал. Ну, бля, был готов что-то делать и типа этот не грустил, что ли, вот. Братишка, это уже это прям мы говорим, наверное, про это. Про что? Более
про первый слой, ты уже про, ну, на базе своего там. Ну, может. Не, ну и вообще, ну, и скинтов, и в смысле, и девушек, года. Без разницы, типа. Рома 4 года живет, он-то понимает, что такое. Ты 4 года женат, да? Да. Жена. Ну, это женат только. А, и только, а сколько года? Года с 10-го, да? С 11. С 11 года, 9 лет. Мощно. Серьезно. Блин, у меня, короче, харизма, мне нравится, знаете, у Карины Тодоренко. Карина Тодоренко? Регина. Регина Тодоренко. И вот если бы она еще была с грузинской внешностью. Поле из деревки мне нравится. Поле из деревки. Поле очень миленькая такая, она харизматичная. Поле из деревки. Поле из деревки. Такая есть блогерша. Вот мои курочки там. А, это вот это поле из деревки? Да, да, да. Я сейчас еще подумал. Молодая вообще. Нет, это ей 28. Ей 28. Да, ей 28. Подумал сейчас про чувство юмора, но, короче, типа важно. Чувство смешного. Юлька Ваганова. Да. Вот, короче, идеально по характеру. Вот, я не знаю, какая она в семье, но вот чисто со стороны, вот как ты видишь, как она прикалывается, как она мыслит, вот идеально, идеальный вариант. Ну да, девушка должна быть кентом, да. Жена должна быть кент. Прям конкретный кент. Вообще. Вот как кент, то же самое, только ты еще с ней можешь. Который может по утрам там сказать, эй, пидор, вставай там, пойдем позавтракаем. Ну по да, вот да. Так. Кент, столько долларов, да. Это классика. Стопудово. Вот девчонка кент. И адекватно это, если воспринимать все. Один раз я сидел на... Главное, чтобы не пукало при тебе. Ну вот... Я бы прикололся. Я всю жизнь прошу. Блин, для меня мир разрушен. Дай, дай, дай. В общем... Сделай. Я за палец дернул. Короче, вот так сделай. Блин, что, не работаешь? Что говоришь? У меня работает, попробуй. В гостях, ну, кавказская семья. В общем, мы сидели, кушали, и в еде он увидел волос ее, достал и дал леща. Прикинь, я такой думаю, ты что, говорит, хули она так готовит, типа. Я думаю, ну ты конченый, ну это волос. Вот. Бля. Для меня это вообще неприемлемо. Короче, я понял, женщина должна быть интересна, типа, интересна, и ты должен быть, это, чувствовать себя в безопасности. Это не только женщина должна себя чувствовать в безопасности, ты должен себя чувствовать спокойно. В радости. Да. В радости нужно себя чувствовать. Не всегда же. Тепло должно быть. Не всегда получается, ничего страшного. Сейчас похож на этого чувака, который подходит у казаха или узбека, спрашивает, типа, это, как вам, что весна? Весна, там, девчонки ходят в таких... Ну, хорошие такие, знаю, юбки короткие у них. Не, тепло. Помнишь, я говорил, типа, нужно обнять просто девчонку и понять, типа, как. Если кого-то обниму, ну, типа, не очень. А кого-то обнимаешь, и тепло прям такое. И мурашки такие, тебе прям тепло. Ну, или наоборот, ты теплая, она холодная. Ну, что? Нет, ну, типа, не она должна быть теплая, а мне просто кайфно должно быть. И вот недавно еще заметил, что для меня очень важен запах. Вот я никогда не обращал на это внимания. Вот сейчас общаюсь с девочкой. Первородная эта хуйня. Ну да, вот она, ну, не, особо не пользуется парфюмом. Но вот там ее обнимаешь, и вот ее натуральный этот запах, он... У тебя запах ты только чувствуешь, когда испытываешь симпатию к человеку. Ты не можешь просто почувствовать у левой девки в автобусе запах. Не, ну как бы ты же, понимаешь, оно невкусно пахнет для тебя. Оно только как связь, когда выстраивается. Ну может быть, но вот именно вот натуральный вот этот запах. И ты, у тебя когда типа страсть, ну чувство внутри вскипает, ты, дыхание сильнее, ты такой и как раз попадает. Вот очень важно. Все работает. Да, запах, да, важно. Я всегда кайфую от, короче, от когда тетки пшикаются. Я всегда в лифт захожу. Взрослые женщины выбирают охренительный. Не. Давай не тетки. Женщины. И женщины, которые выбирают офигительный парфюм. Не, он про теток именно. Нет, про женщины. Парфюм, это он же на всех людях по-разному еще играет. На взрослой женщине он такой... Ты прям идешь, она вот. Вашей маме внук не нужен. Сразу понятно, кто чаще набирает в порносайтах милфы. Ну, я вообще не сижу на порносайтах. Я туда не вижу. Безопасного поиска ВКонтакте нет, что ли? Пацаны, я всем объясняю, я сейчас просто обрушу Порнхаб. Заходите ВКонтакте, вводите имя любой порнотрисы. Галочку «Безопасный поиск» убираешь. Все, и погнали. Там даже если напишешь, не знаю, облачко. Безопасный, да.
Да, там был бы секс на облачке стопудово. А в этом в поисковике также я вчера искал видос, который, где пацана, маленького негритенка, короче, зовет мама. И типа он такой бесится, типа их не идет. Я писал запрос. Маленький негр бесится, когда его зовет мама. И все, у меня там сразу, блядь, огромные, блядь, негритоски. А причем, если ведешь, например, негр жестко трахает бабу, там хоп, какой-нибудь просто видос с Ютуба. Названия какие они, да, длинные? Негр трахал, блядь, служанку, пока... Пока ее муж зарабатывал деньги на кусочек хлеба. Вот кто в коронавирус зарабатывает, описание писать. Работая в сетевом маркетинге, да, несмотря на то, что это порицаемо. Пока дочитаешь, уже желание пропадает. А есть же... Пацаны, есть же такая профессия, вот же, кем можно устроиться. Название порнухи. В смысле, профессия есть такая. Ну, да, есть. Ты, типа, придумать название и описание порнухи. В натуре? Да. Где найти? На Хахару нет. Надо заходить на Трахару. Какая самая известная порно-актриса, помимо Саши Грей? Как помимо Саши Грей? Лысый из Браза? А, актриса? Да. Кристина Асмус. Она начинает только. Ну все, это запизделись. Это какой-то заготовленный текст у тебя. А в Германии вы знаете, что вот работа порноактрисы, порноактера, это вполне нормально. Допустим, ты будешь женатым, у тебя жена говорит, я пошла на работу, она идет чпокается с другими мужиками, приходит, тебя целуют и вы ложитесь обратно. Не, в смысле, я бы вряд ли бы, ну, смог бы жить с человеком. Ну, это для них это норма, многих. Для нас вообще, ну, типа, вот Джесса Росс прикольная, она такая, харизматичная очень, она очень харизматичная. Она такая перед порно говорит, анекдот! Да. Встречается как-то русский китаец, и вот они встретились здесь, вот посередке я. Снимайтесь. Вообще, там в Европе и проституция легализована. Это супер нормальная тема. Проституция, легализация проституции, это, во-первых... Да реально, странно, как можно такое запретить, я вот не понимаю. Это же, типа, человек, если хочет проституцию... Ну, типа, мы в той стране, где борется за тут там моральность. Тут запрет не в самой, типа, проституции, а в то, кто зарабатывает с ней. Полностью у нас запрещена проституция. Проституток щемит? Да. Если бы просто это сейчас так получается, что оно такое дело-то темное. А если она легальная, то она обычно... Порнография у нас, это запрещена в России. Вообще любая? Да. Вообще любая порнография. Почему? И эротика. Распространение и съемки. Не, эротика, помните, на РЕН-ТВ раньше эротику показывали. Да, и сразу все помнят уровень громкости у РЕН-ТВ. Да. Включаешь, и там вообще две полосочки. Два, три, да. Да, в школе я знал. Ну, причем на разных телеках. Причем нельзя просто без звука слушать. А как вы думаете, в эротике они реально занимаются? Нет, стопудово нет. Имитация просто? Да, чаще всего. Как дрочили. Ты что думаешь, типа, на одну камеру эротику снимают, а здесь с другого плана сразу... Не-не-не, имеется там же показывают, что имитация, но как бы без проникновения, все дела. Да-да-да, просто это все какой-то тяжелый. Там вялый. Особенность художественного плана. Ну, вялый, там же говорят, что вялый выпускают конкретно. Не, вот про громкость, нельзя вот это, если нас будут смотреть, а сейчас не показывают, ну вот, главное не убирать громкость вообще, потому что если войдут родители, и ты переключил на другой канал, почему-то там без тихо. Без звука смотрю. А тут ты просто... А, уснул под порнуху, да? Нормально. Не, нормально. Не такой флажок торчит. Я просто сплю, у меня снится моя вот эта... Да, у тебя флажок торчит, и ты другой рукой дрочишь. Флажок какой-то почему-то взял. Я хочу быть тренером. Прикольно, прикольно. Все. Все. Пока, ставьте лайки. Легализуйте проституцию.